Всем привет, друзья! С вами Страйк. Это моя новая рубрика «Будни статиста Голдострела». Или даже правильнее будет сказать «Будни фу статиста Голдострела». В таком немного троллинговом формате я назвал, потому что такое вот мнение сложилось в комьюнити о тех, кто немного научился играть в эту игру. То есть, если ты тащишь бой, значит ты статист Голдострел. Если ты не тащишь бой, то фу, статист, зачем в бой зашел? Все понятно. Ладно, в общем, о чем это будет рубрика? А рубрика это будет о том, как я катаю рандомчик. О моих успехах в рандоме или неуспехах. Формат будет примерно следующий. Я откатал в какой-то энный день определенное количество боев. Заскринил сессионную статистику этих боев. Выбрал из этих боев самый удачный и вам рассказал про него. Соответственно, эта рубрика должна выходить довольно-таки часто, я на это надеюсь. Но извините, ввиду того, что все-таки вот этот вид деятельности для меня не основной, возможно, будут задержки какие-то. Ну ладно, собственно, приступим к самому бою. У нас Карелия, я на 13.90. На голде, потому что кто? Потому что статист. Играю очень агрессивно, потому что могу. И нахожу свою первую жертву в виде Т-44. Вы видите, он ошибается. Соответственно, значит что? Мы стреляем ему в район боевой кладки. Все знают, что у 44 справа в районе катков находится боевая кладка. Ну и слева. На самом деле, в этот момент меня мне очень сильно везет, потому что в принципе, для арты я был как на ладони. Вообще, такая позиция странная для арты. Я первый раз ее увидел. Может быть, она не странная, но первый раз я ее реально увидел. Поэтому вот что-то новенькое сразу же в этом бою я для себя почерпнул. Ладно. Что можно отметить по бою? То, что мне удалось ключевую позицию занять. Вот сейчас высвечиваю арту. Убиваю, соответственно. Также важно очень, что помимо занятой мной ключевой позиции, у меня союзники поджали с обоих сторон. Значит что? Значит, у меня будет много информации по расположению противника, и я могу, соответственно, от этой информации отталкиваться. Что же мне делать? Вижу, что очень много топов находится слева. Если я аккуратненько чекаю, смотрю, никого нет, вижу. Все-таки Яг-Тигр какой-то появился. Значит, что надо делать? Значит, надо в него, конечно, стрелять. И в этот момент надо не забывать смотреть на карту. На карте я вижу, что на меня сходит 44, значит, переключаясь на нее сразу же, достреливаю оставшиеся пульки, и нужно кайтить, вводя под союзника. Мне везет 44, в меня не дает одно попадание с дамагом, но дают в меня попадание союзнички с дамагом. Не знаю, как это у них получается, но как-то получается. А больше всего непонятно, как не получается попадать в 44 с такого расстояния, в принципе, там метров 300. Тут только с третьего где-то раза они в нее попали. Она была без скорости, расстояние короткое, там ПТ-шки стоят с точными пушками. Профессионалы, одним словом, что же еще сказать. В общем, здесь видно, что, по сути, катка уже выиграна, потому что все ключевые позиции заняты, ключевые танки сломаны, а у нас те живые, ХП много. Значит, нам остается только настрелять урончик, чем мы, собственно, и занимаемся. Но при этом все-таки мы заезжаем довольно-таки агрессивно, мы на 90-ик, танчик ватный, и нужно концентрацию сохранять, смотреть на карту. Вот, за счет того, что я карту видел, я сразу же увидел эту ПТ-шку, которая у меня выехала, и раньше чуть на нее прягрился, поэтому она дала мне только два выстрела. Так бы могла дать три, а может быть и больше, если бы я там провафлил. Пытаемся что-то дострелять, не по кому. Можно, я думаю, вот эту перезарядку перемотать уже, собственно, ничего здесь интересного не будет на перезарядке самой. Начинаем достреливать остаточки пулечек наших. Собственно, я могу отметить то, что умение в ситуации, когда бой выигран, нанести дамаг, тоже котируется, потому что если вы будете действовать оперативно и будете знать, где недобитый противник остался, то вы сможете настрелять лишний дамажик, а это ж, ну, как
статиста Голдострела очень важно. Собственно, я вижу все и так, потому что находится в пермоменте. Но в той ситуации, когда противники не находятся в засвете, за счет того, что вы изначально контролили карту, вы можете заранее ехать куда надо и дострелять дамажик. Такая помарка для начинающих статистов. То есть всегда, всегда следите до конца за картой, за боем. И итогово в какие-то там дымашки это выльется все дело. Так, собственно, тут остается добить танчики. И бой заканчивается. Вполне успешно, как мне кажется. Но на самом деле, кстати, что еще можно отметить? 90-ик-то в топ не попадает никогда. Вот он реально в топ не попадает, но здесь я как-то очутился в топе, не знаю, чудеса балансера. И, собственно, это сразу же оказалось довольно-таки бодрым нагибом. Далее вы можете увидеть статистику этого боя. Настреляло 5000 дамага, что, собственно, довольно-таки немало для 1390, хотя уровень боев был такой, что грех не настрелять было, как говорится. Вот сессионная статистика. Отыграл я сегодня всего лишь 12 боев, так как времени особо не было. Были каточки на ВГЛ. Из 12 боев 10 побед, 3000 среднего дамага, 8000 единиц по ВН-8, что, собственно, неплохо. Так, далее идет статистика по дамагу за нашу катку с ЛФС на ВГЛ. На Power Slide настреливает 9000 дамага, что, собственно, очень неплохо. Power Slide тащит нас, тащит к победам. Лев, отвечаю, лев этот Power, нереальный кабан. Я всего лишь третий, у меня танчик маленький. Так, далее идет статистика эффективности. Здесь я уже нахожусь на первом месте. Не знаю, что именно за формула у Wargaming рассчитывает эту эффективность, но могу заверить, из-за того, что я там топ-1, она идеальна. Отображает все как есть. Тут отвечаю прям. Так, ладно. Что еще хотел сказать? Ну, в общем, подвести итоги нужно. Итоги таковы, что день сегодня довольно-таки удачный, выиграл то, что надо. Иду спать с хорошим настроением и вам того же желаю. В общем, всем ГЛХФ. Давайте, до связи, гайз.